Я вам, ребята, тут не показал, что на самом деле. Сейчас покажу, что вообще здесь. Блин, уже стемнело. Я вот сейчас включил ночной режим у камеры. Здесь кипас у меня написано. Так, сейчас фонарик. Вот, ребят, что здесь происходит. Смотрите-ка. Улей. Ну, здесь давно не были, походу. Здесь, блядь, для чего-то, я не знаю, для ружья. Ну, блин, прикольно все сделали. Молодцы, да? Столько денег вкинули. Охотники, блин. Неужели, блин? У людей денег нет, чтобы мясо купить. Обязательно надо убивать животных. Вот это вот единственное не могу понять. Фига себе, да даже закрывается, блин. Офигеть, смотрите. Даже закрывается. Прикольно здесь, прикольно. Так, ладно, кипасы написали, все. Где тут высота? Темнеет довольно-таки быстро. Очень быстро темнеет, я не ожидал. 2. Это номер 2, значит, у них. Офигеть. Вот здесь они покушали. А нам надо ехать туда дальше. Прикольно, прикольно. Прикинь, на какого-нибудь здорового кабана, блин, попаду сейчас. Вообще будет трешняк. А, лишь бы не попасться на здорового кабана. Так, давайте, ребят, я буду все аккуратно ехать. Я просто хочу вам, ребят, как можно больше показать. Вот кто живет недалеко, да, от леса, с друзьями купить мотоцикл Урал, даже один на двоих. И, блин, можно так весело проводить выходные зимой даже, зимой. Пока немного снега. Ну, в принципе, сейчас с каждым годом зиму все... Такие слабже и слабже. Снега практически нет. Но главное не потеряться. Блин, блин. Опять эти ветки. Надо визор опустить, блин. Так глаза можно проколоть, блин. Жестко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, здесь уклон вообще припец. Колею. Лишь бы в нее не съехать. Блин, не надо давать газку. Блин, блин, резина, держи. Держи, моя резина. Почти уперся цилиндру. Офигеть! Куда я заехал? Блин, ребят, смотрите, почти уперся. Знакомая ситуация. Не так со мной давно это было. Если бы вот не передняя резина, я бы не съехал бы нифига бы назад. Но, блин, перед не держит. Надо срочно поменять ее. Если куда-то поеду еще раз по катушке. Это я в такую гору въезжаю, офигеть, блин. Не, резина хорошая. От резины, блин, даже вот монопривод на мотоцикле нормальная вещь. Кругом одни ветки. Офигеть, гора. Надо тут встать. Надо здесь встать. Блин, есть шанс. Блин, поправить надо, чтобы колесо не заживало. Чё? Звуки какие-то. Путешествие, блин.
на ночь глядя. Вот так вот нормально будет. Сюда-то я поднялся. А вот если спуститься, спущусь без проблем. Подняться, смогу ли я подняться, ребят, обратно? Как думаете, ребят, смогу я подняться обратно? Спуститься-то я спущусь. Тут вот следы только, блин, кабанов. Там нормально, можно еще покататься. Здесь довольно-таки круто. Ну что, друзья, стоит мне рисковать? Блин, ведь на самом деле опасно. И тут, смотрите, очень высокий бугор. Не задену ли я люлькой вот этой площадкой? Дугами, вернее, вот этими вот продольными. Нет. Уклончик такой нормальный. Горочка. Не знаю, поднимусь ли я обратно. В принципе, вот тут уже земля, снега не так много. Но если не заеду, это просто будет трешняк. Это я просто его один отсюда вообще никак не вытолкаю. Чего вы думаете, пацаны? Я вот пока в раздумьях, вот если честно. Как-то мне страхово. Кстати, если вот Урал, например, полноприводный, два колеса сзади, ведущие без блокировки, то вообще сюда вообще не вариант. Просто колесо будет буксовать, то, которому легче. Это на люльке, а зацепа вообще не будет. Там гора, там нормальная гора. Ой, блин, что же мне рисковать или не рисковать? Вот сейчас стоит вопрос, тупануть мне или не тупануть. Прикиньте, где-нибудь встану обратно вот здесь. Буду говорить, вот я тупанул. Время уже темно. Уже темно вообще, пацаны. Ой, блин, а? В поисках приключений. Мотоприключений. Вот это да. Серьезные, блин. Ну, можно попробовать. Давайте попробуем. Фу. Что, будем пробовать? Есть, блин. Ну, блин. Попробуем, чушь. Спуститься-то я спущусь. Попробуем подняться потом. Офигеть, что я творю? Что я творю? Обогрев выключим. Включим фару. Погнали. Спускаемся. Офигеть, что я творю? Что я творю? Все, блин. Как потом буду подниматься, не знаю. Что я наделал? Кто знает. Офигеть. Офигеть, офигеть. Колея нормальная такая, блин. Лишь бы не сесть вот на тяги продольные. Где вот люлька цепляется. Офигеть. Ну тут, блин, зверя. Зверя бегает. Просто куча. Блин. И я, самое главное, ребят, один уехал, один, вообще один. Никто не знает, куда я уехал, я просто сел, поехал, так поснимать немножечко контента, да, чуть-чуть совсем. Так, давайте-ка я дальше уже не поеду, пацаны. Там еще одна гора такая же. Тем более задней скорости у меня нету.
Так, давайте-ка это пока мы уберем мою подстилку, чтобы маневрировать, стоять на ногах. Задней передачи у меня нет. Там еще точно такая же гора. Я тут катался несколько лет тому назад. Летом. На скутере. Ну что, давайте попробуем. Не, ну мы съездим туда, конечно, в следующий раз. Блин, неизвестно, заеду я в эту гору или не заеду. Мне вот это вот, что я переживаю. Вот бревно. Офигеть. Ну, по-любому надо на второй ехать. Первый просто надо вес переместить назад. Блин! Какой там назад, блин? Тут, глядишь, люлька перевернется. Весь вес на люльку. На первый потихонечку, во второй даже и речи не может быть. Давай, 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 Уральчик, давай, Уральчик. Кабанчик, Уральчик. Ты мой кабанчик. Ты мой Пикачу, давай! Вау! Красава! Охереть! Охереть! Пацаны, мы это сделали! Сейчас фонарик включи на телефоне. Темнота уже. Фига себе, Уральчик. Проходимость с этой резиной нормальная. Плюс к тому же она еще не подспущенная. Если подтравить ее, то можно будет еще. Офигеть, ребят, прикиньте. Вот здесь вот я дал джазу прям. Буксовал, да, он там вылетали, вон листья, смотрите-ка. Офигеть. Так, если мы в следующий раз здесь поедем, я заодно сейчас веточку переломаю здесь сбоку. Просто в следующий раз подниматься будет уже. Чё? Чё, звери? Ну тут все истоптано зверьми. Не, ну и нахер. Пойдемте, ребят. Тут столько зверей, блин. Нахер надо. Время уже 5 часов 20 минут. Вообще жесть. Так, у меня есть батарея на запас. Надо еще заказать батареи. Зимой садятся быстро батареи. Фу. Офигеть. Ну нормально, ладно.